5 задач разного уровня сложности по 4 различным предметам – физики, математики, информатики и биологии. Саров примет участие в традиционной физико-технической контрольной «Выходи решать». Это масштабное событие, направленное на популяризацию науки и образования в России. Всероссийская физико-техническая контрольная работа «Выходи решать» в этом году проводится уже в 5-й раз. Саров принимает в данном мероприятии участие впервые, и наша базовая школа Российской академии наук является очной площадкой для проведения данной контрольной работы. Задания рассчитаны на программу 8-9 классов и будут под силу всем участникам старше 14 лет. Контрольная начнется 28 сентября и продлится до 5 октября. Проходить она будет на технологической платформе ВК для онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад «Алькапс». Предварительная регистрация на платформе обязательна. В лицее номер 15 будет организована очная площадка. Всех желающих проверить себя ждут 30 сентября с 10 до 18 часов. Страница ВКонтакте нашего лицея, висит объявление о данной контрольной работе. Каждый участник, который желает принять участие в этой контрольной работе, должен пройти регистрацию на сайте capsonline.ru. Для того, чтобы мы в лицее понимали, сколько у нас участников принимает участие в данной работе, еще нужно будет пройти регистрацию там же на странице ВКонтакте, оставив данные о себе. Это фамилия, имя, отчество, электронная почта и телефон. В 2019 году в контрольной приняли участие 78 тысяч человек. В 2020 и 2021 годах контрольная не проводилась из-за пандемии. А в 2022 году участников насчитывалось 97 тысяч. В этом году организаторы ожидают более 100 тысяч участников. Организаторы приготовили для участников приятные бонусы. По результатам участия, ну, во-первых, считаем, что народ приобщается к физико-техническим дисциплинам, но и кроме того, те, кто хорошо справится с работами, будут поощрены различными призами. Это как канцелярские принадлежности, альбомы, тетрадки, ручки и так далее, так и молодежная одежда, назовем ее так. Это свитшоты, это футболки, толстовки. Ссылка на регистрацию для участия в очной площадке доступна в группе лицея номер 15 во ВКонтакте. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.